Привет, друзья, видеоканал «Русская Америка», меня зовут Юрий Моша. Вчера мне звонил человек, который живет в Лос-Анджелесе, и он хочет взять квартиры в субаренду и сам обслуживать их. Себя берет на свое имя, заселяет, выселяет клиентов, а нас хочет нанять только для того, чтобы мы занимались продажами, то есть разместили на наши аккаунты, у нас аккаунты раскручены на букинге, на Expedia, на Airbnb, на других ресурсах разместили его квартиры и вот управляли самим продажами. Поэтому я хотел вот сделать видео на эту тему, что в принципе, если вы живете в любом городе США и хотите, чтобы мы занимались управлением продажами ваших субарендных квартир, то мы готовы за это взяться. 20%, то есть 20% от поступающих денег мы будем давать вам клиентов. Поэтому набирайте Viber, WhatsApp, плюс 1-347-265-6186. Нам эта тема интересна. Тему субаренды мы не прикрыли, там почему-то у всех какое-то мнение, что вот я только краудфандинг сейчас все время рекламирую. Про субаренду я сделал подробное видео, почему краудфандинг интереснее для меня в Майами, когда был. Посмотрите, найдите его. Но субаренда продолжается, и мы также готовы выслушивать предложения от инвесторов, предложения от людей, которые хотят этим заниматься. Да, есть риск, да, есть возможность потерять квартиру, потому что все-таки это не собственность, но нам интересно, просто немножко вот в другой как бы стезе, наверное. То есть это должна быть квартира оформлена на вас прежде всего. Вы должны понимать о том, что это не постоянный бизнес, что все очень тут сильно регулируется законами. Завтра примут закон, что запретят в этом городе, ну придется бизнес закрывать. Вайбер, WhatsApp сказал, пишите, звоните, спрашивайте, ответим на все вопросы.